В школе готовы. В преддверии Дня знаний в городском округе Люберцы прошла акция «Собери ребенка в школу». На этот раз вручение учебной атрибутики будущим первоклассникам и школьникам прошло в картинной галерее. Подробнее в материале моих коллег. Первыми за своими подарками вышли будущие первоклассники. Им вручили новые портфели и наборы школьной канцелярии. Ксюша Кузнецова в этом году впервые переступит порог школы. Теперь она полностью готова к учебному году. Я очень жду сентября. Я уже пойду в школу. Мне подарили портфель и чемоданчик. Мне подарили подарки. Акция «Собери ребенка в школу» ежегодная. В городском округе она проходит с 2017-го по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и направлена на оказание помощи социально незащищенным, многодетным, малообеспеченным или попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям. Дарим вам подарки для того, чтобы 1 сентября у вас было радостно, как уже было сказано. С этими подарками вы приносили только пятерки с хорошим настроением. Родителям, конечно, я пожелаю терпения, особенно тех детей, которые идут в первый класс. Помощь семьям оказывают представители администрации, депутаты Совета депутатов, благотворительные фонды и предприниматели. В этом году школьную и спортивную форму, канцелярию и рюкзаки получили 57 детей. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.